Урсула. Как вы видите по спектру украденного, это уже кроме Джоконды, все кражи, начиная с 80-х годов прошлого века. Я думаю, что вы понимаете, если в 20 веке при наличии таких огромных возможностей для охранных сигнализаций легко украсть первые шедевры мира, то вы понимаете, насколько на самом деле беззащитный музей. Я про наши музеи вообще молчу. Я вам расскажу, как украли Караваджо из нашего музея, вы будете смеяться. Дальше. Это Митсю, читающее письмо, женщина, читающая письмо. Автор, который очень похож на Вермеера, но я бы так сказала, это второй ряд портера, как обычно я говорю, потому что в отличие от Вермеера, у него в одной картине и главное, и важное, и срочное. И собачка, и туфелек, и какой-то коврик, и он, так сказать, уходит в детали. Это очень хороший мастер, но это не тот шедевр, без которого жить невозможно. То есть кража таких вот голландских работ, это, я говорю это не потому, что я умаляю значимость этого произведения, просто хочу сказать, что голландские работы очень много крались и очень много подделывались. Дальше. А это знаменитый портрет актрисы в кисти Франциско Гойя. Тоже была украдена, как говорится, ничто же сумняшеся. И судьба ее этой работы неизвестна. Дальше. А это знаменитый Святой Лука кисти Франца Хальса. Может быть, вы помните, был такой советский детектив, который назывался «Возвращение Святого Луки». В этом детективе достаточно близко к настоящей истории показывалось, как крали эту картину. И показывали очень правдиво, что преступник спрятался в нише статуи Мадонны, когда музей закрылся, когда зал голландский был опечатан, он наклонил вперед эту статую, вышел из-за нее, ножом вырезал холст, свернул его в трубочку, дождался следующего утра, когда музей открыли для посетителей, и спокойно с толпой людей вышел из музея. То есть очень простое было похищение. И очень непростое было возвращение Святого Луки. Но у этой истории есть невероятное продолжение атрибуции и искусствоведческой экспертизы. А вот теперь мы с вами поговорим о вещах невероятно интересных. Я адресую вам такой вопрос. А вот почему та или иная картина, когда она украдена, я имею в виду весь цивилизованный мир, страховые компании за украденные картины возмещают владельцам сумасшедшие суммы. Где подтверждение того, что украли действительно уникальный шедевр, и что вот этот застрахованный уникальный шедевр стоит миллионов долларов или миллионов евро, которые оплачивают страховые компании. Мой вопрос вам. Почему? Почему такие суммы страховки платятся за холст? С чего это вдруг? Как вы думаете? Получают какие-то откаты или что-то? Нет. На Западе этого ничего нет. Почему страховые компании уверены, нет, мы не о бизнесе говорим. Почему страховые компании уверены, что это произведение вот в каталоге написано,
допустим, Франц Хальс или Леонардо да Винчи или Рембрандт. Вот они платят полную цену того гения, которое... Откуда это известно? Ну, в каталоге написано, да. Экспертиза это важно. Конечно, конечно, экспертиза. Первейшая и главнейшая часть картины, так называемый провинанс, это история, это биография картины от момента создания до момента кражи. Вот все про эту картину, кому принадлежала, кто кому подарил, кто кому, у кого купил, на каком аукционе приобретено. Все о картине. А теперь представьте себе, что к вам приходит воришка и говорит: у меня есть картина Франца Хальса, я могу вам ее предоставить. Но у меня нет провинанса, потому что провинанс находится в музее, его невозможно раздобыть, потому что это сразу наведет на меня, как только я начну интересоваться бытованием картины. Без провинанса. Вот настоящая Франц Хальс. Знаете, сколько стоит картина без провинанса? $300. Понимаете, да? Потому что не доказано. Потому что документов нет. Понимаете, да? Потому что нет истории бытования, нет экспертизы. Что такое провинанс? Это о некоторых великих картинах известно не только до года, до месяца, до дня, где находилась картина. И понятно, что те 500 или 300 лет, или 200 лет, которые между покупателем сегодняшним и этой картиной, она где-то должна была находиться. И ее стоимость растет 3 нуля, 4 нуля, 5 нулей, 6 нулей. С появлением провинанса. То есть это паспорт картины. Поэтому провинанс чрезвычайно важен, необходим. На этой картине, когда ее украли, это я говорю к этому полотну, к возвращению святого Луки, стояла цифра, не было подписи. Франц Хальс, как многие голландские художники, не подписывал картину. Стояла подпись 1895. И человек, который ее украл, а она была украдена под заказ, был тоже переходным звеном, он хотел эту картину Франца Хальса пристроить на Западе какому-то покупателю, который собирал выдающихся голландских художников. Когда он эту картину получил, это первое звено, да, заказчик, он посмотрел 1895 и сказал вору, который украл эту картину: ты мне что украл? Ты мне украл не 17 век, ты мне украл 19 век. Я тебя что заказывал? Я тебя заказывал голландца, великого художника, а ты мне принес 19 век, 1895. И картина легла на полку до тех пор, пока случайно она не всплыла, и попала она к научному сотруднику, который занимался голландской живописью 17 века, которая открыла книги учета живописи эрмитажной. И по номеру 1895 это был номер, по которой она оказалась в каталоге Эрмитажа. Было написано: Франц Хальс, Святой Лука,
То есть сомнений не было, потому что в Эрмитаже любая работа проходит все экспертизы, какие только возможны. Но тогда встал еще более интересный вопрос. Откуда картина Хальса оказалась в Одесском музее западного и восточного искусства? Потому что украли оттуда. А почему украли, как украли, и почему украли оттуда Караваджо, которого вы тоже сегодня увидите? Это отдельный раз. Там запись была в этих книгах эрмитажных, потому что это часть провинанса. Любое полотно, любое движение картины обязательно записывается. И запись была времен царствования Екатерины. Запись была такая. Украсить картинами на религиозную тему голландского художника Хальса церкви Херсонской области. То есть для Екатерины, которая много путешествовала по своей империи, очень важно было, чтобы в церквях Херсонской области, куда она приедет, были хорошие картины. Ну, вы понимаете, что там, где Херсонская область, там уже рядом Одесский музей западного и восточного искусства. Она таким образом из епархии Херсонской области очутилась в Одесском музее. И уже было всем понятно, что это подлинник. А теперь о кражах. Покажи нам Караваджо, пожалуйста. Вот эта картина, которая называется «Взятие под стражу» или второе название «Поцелуй Луды», висела очень удобно для воров. А если кто будет в Одессе, но она еще не возвращена, она еще на реставрации, но вы меня вспомните, если попадете в музей западного и восточного искусства. На втором этаже, возле окна, вот она висела. Сейчас там что-то другое висит. Ждет своего часа. Значит, и музей, поскольку всегда же на культуру нет денег, музей очередной раз делали косметический ремонт. Поставили козлы, и окна, так сказать, между окнами просто белили здание. Я, когда была в Одессе, это было, конечно, уже после кражи, я остановилась и примеривалась. То есть арка, через которую можно войти во двор, беспрепятственно. Просто все желающие могут войти во двор. И козлы, которые стоят в полуметре от окна музея. «Бери, не хочу» называется. То есть, как показал опыт и этой кражи, и потом того, что найдена была картина, ее украли не потому, что украли под заказ, а потому, что плохо хранили, плохо лежало. Что маляры, которые производили покраску, видят красивые в золотых рамах работы, чего не украли. А научные сотрудники, которые не имеют кондиционирования по сей день, в наших музеях нет кондиционера. Но жарко летом, в Одессе еще жарче, да? Ну, хоть на палец приоткрыть окно, да? Все условия.